Месяц назад мы посеяли вот этот газон. Для посева мы использовали смесь Лилипут. Как-то давно нам посоветовали выбирать смеси, в состав которых входит мятлик. С тех пор мы обращаем на это внимание. Желательно, чтобы мятлика в составе было не менее 10-20%. Как мы сеем газон? Вскапываем и разравниваем площадку для посева. Утрамбовываем верхний слой, чтобы семена газонной травы глубоко не провалились. Для трамбовки мы используем вот такую большую трубу. Чтобы избежать перерасхода семян и засеять газон более равномерно, мы участок делим на более мелкие сектора по 5-10 квадратных метров и засаживаем их отдельно. Норму высадки мы берем 35 грамм семян на 1 квадратный метр. Например, нам нужно засеять сектор 8 квадратных метров. Умножаем 8 на 35, получается 280 грамм понадобится, чтобы засеять эту площадь. Взвешиваем 280 грамм семян. А чтобы семена были более заметны при разбрасывании, перемешиваем семена с песком. Так сразу заметны все незасеянные или слабо засеянные места. После того, как семена разброшены по всей площади, проходимся граблями по поверхности грунта и снова утрамбовываем. Накрываем агротекстилем, чтобы дольше сохранялась влага и птицы не склевали семена. Ежедневно поливаем наш газон, а агротекстиль убираем, когда приходит время первого скоса. Примерно через 2-3 недели.